Вчера, по данным МВД ДНР, в 22 часа 40 минут неизвестными был взорван памятный знак за оборону Иловайска на въезде в город со стороны трассы Донецк-Успенка. Памятный знак в виде увеличенной копии государственной награды ДНР, медали за оборону Иловайска, был установлен здесь в прошлом году накануне Дня города. Высота достопримечательности, выполненной из композитного материала, составляла чуть больше 2 метров. Я на «Русской весне» прочитал вот это и приехал посмотреть специально. Мопед ремонтировал и приехал. В памятник я помню, что только круг, я не помню, что было написано. В виде медали было, да? Да, в виде медали было. Да, вот тоже расстроенный такой. Думаю, специально поеду. Я вот тут живу, вот рядом. Вот. Да, здесь был блокпост, тут товарищи мои погибали. Да, вот и там под Федоровкой погибли люди. Не знаю, что сказать. И сказать нечего. По данным МВД, основание конструкции памятника повреждено, а его верхняя часть разрушена полностью. Обломки монумента разбросаны в радиусе около 50 метров. На момент осмотра фрагментов взрывных устройств и веществ не обнаружено. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительного ведомства. Ведется следствие. По многочисленным просьбам жителей Зуевки, маршрут рейсового автобуса «Харциск-Зуевка» всего один раз в день и всего на одну остановку удлиняется. Дело в том, что общественный транспорт не заходил в ту часть поселка, которую у местных принято называть колхозом. На личном приеме граждан, когда приезжал первый заместитель главы администрации Харциска Симоненко, этот вопрос был поднят еще до этого, но когда приезжал Симоненко, вопрос был решен однозначно, что мы делаем тестовые пробы движения этого маршрута. Это было уже месяц, как тянется вся эта ситуация. Там живут люди, удаленный хутор, 1,5 километра до центра. Центр, магазин, больница, школа, аптека. Вот трудности. Понимаете, 60% населения в поселке – это пенсионеры. И большой процент их живет там. С перевозчиком была достигнута договоренность. Каждый день, кроме понедельника, в 7:40 автобус забирает пассажиров на дальней окраине Зуевки и уже после этого едет в центр, чтобы ровно в 8 часов взять курс на Харциск. Но слова перевозчика разошлись с делом. Почему нельзя этот вопрос урегулировать раз и навсегда? Нет пассажиропотока, как утверждает перевозчик, а его и не будет, поскольку ни разу, ни одной недели ровно, однозначно и регулярно отработал этот маршрут, чтобы люди привыкли к тому, что да, есть автобус, он четко идет по графику, бесперебойно, тогда будут люди. Сделайте регулярный рейс, люди привыкнут, вывесим график, и проблема сама собой отпадет. На этой и еще на следующей неделе перевозчик совместно с представителем поселковой администрации посчитают пассажиров, садящихся в 7:40 на новой конечной автобусной остановке. После мониторинга можно будет говорить о целесообразности такого удлинения маршрута зуевского автобуса. В то же время Александр Шипилов ставит под сомнение результат эксперимента, поскольку автобус ходит нерегулярно. Например, сегодня в сторону колхоза водитель не поехал. Только тогда, когда на самом деле четко будет отрегулирован время, график и ежедневность этого маршрута. Вот тогда можно делать выводы. Экономически выгодно, невыгодно, хотя здесь налицо. Доказать перевозчику, что и жителям окраины нужен автобус, важно до 8 июля. Если пассажиров не будет, то эксперимент сочтут неудачным. В Харциском технологическом техникуме состоялась защита дипломных проектов. Момент, безусловно, важный и ответственный в жизни каждого студента. В течение нескольких лет учащиеся грызли гранит науки, сдавали экзамены и вот теперь, выступая перед квалификационной комиссией, должны были доказать, что являются полноценными специалистами. Результаты достаточно высокие. 100% по 4 специальностям уже защитились студенты, и приблизительно 50% в среднем это получили оценки отлично, и около 80% отлично и хорошо. Одними из последних отстаивали свои проекты и отвечали на вопросы экзаменаторов-электрики, которые представили на суд квалификационной комиссии вполне наглядные дипломные работы, изготовленные собственноручно. Несколько подобных стендов позволили в этом году создать в ХТТ новую лабораторию. Стенд предназначен для демонстрации проводки в 3-комнатной квартире. Он предназначен для прохождения студентами лабораторного практикума и сдачи экзаменов на разряд. Достоинства стенда такие, что он на 36 вольт, то есть это безопасно.
Члены комиссии, в которую по уже сложившейся традиции входят потенциальные работодатели, остались довольны выступлениями студентов. Студенты Харцизского техникума очень образованные, себя хорошо зарекомендовали у нас в энергетике, работают как в РЭСе, так и в Харцизских электрических сетях, поэтому мы ними довольны. Еще одна добрая традиция, год за годом отмечаемая в среде дипломников Харцизского техникума, это желание выпускников ХТТ продолжить свое обучение в Донецком национальном техническом университете. В настоящее время в связи с тем, что ряд предприятий сделали достаточно большие заказы на обеспечение рабочими местами, значит, у нас часть студентов, которые собирались идти на дневную форму обучения, теперь пойдут обучаться по заочной форме обучения. Вот, ну, приблизительно до 30-35% с каждой специальности, а в некоторых даже и выше, значит, у нас студенты будут поступать на дневную форму обучения. Стоит добавить, что в этом году диплом о получении среднеспециального образования и свидетельство о приобретении рабочей профессии получат 90 выпускников ХТТ. Торжественное вручение долгожданных документов состоится завтра в городском дворце культуры. Начало церемонии в 15:00. Купальный сезон в Харцизске в самом разгаре. Жара не спадает, вынуждая горожан тянуться к прохладной водичке местных водоемов. Только вот купаться в окрестных прудах, ставках и на прочих водных объектах городская санэпидслужба харцизянам настоятельно не рекомендует. Практически во всех городских и загородных водоемах вода не соответствует нормам по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. На сегодняшний день у нас в городе Харцизске, Зугресе и Лавайске нет водоемов, в которых разрешено купание традиционно. Почему? Потому что водоемы не исследуются, не проводятся гидротехнические мероприятия. Пляжи благоустраиваются только лишь, вот к нам обращались, база выходного дня трубного завода, Силур и Бережок. Вот это те базы отдыха выходного дня, где какие-то работы по благоустройству пляжей проводятся. По исследованию дна водоемов, проведение гидротехнических мероприятий, повторяюсь, не проводились. Впрочем, как отмечает сама Любовь Голубева, запреты медиков не слишком-то удерживают горожан от купания в местных прудах. Между тем, прислушаться к словам специалистов, пожалуй, стоило бы. Харцизская санстанция регулярно проводит лабораторные исследования качества воды как минимум в 10 различных водоемах, в том числе и на наличие такого вредного микроорганизма, как холероподобный вибрион. Холероподобный вибрион, он не является особо контагиозным, но это показатель неблагополучия в отношении фекального загрязнения водоемов. У нас исследовано 13 проб из поверхностных водоемов, очистных сооружений, створов. Из них 7, в 7 найден холероподобный вибрион. Это еще начало как бы теплого сезона. Купание в таких водоемах, предупреждает Любовь Голубева, может обернуться для отдыхающих не только различными кожными аллергическими заболеваниями, но и серьезной кишечной инфекцией. Может быть, лучше все-таки освежиться в обычном душе?